Всем привет! Я зубы. Зубы. На. У нас сегодня новый челлендж, называется «Два продукта». Мы здесь делали карточки в одной чашке и в другой. В одной чашке твердые продукты, во второй жидкие. И кому какой продукт попадется, тот это сочетание должен будет скушать. Да. Например, яблоко с горчицей, да? А? Или шоколадка с... Я уже скидаю. Либо котлетка... С медом, шоколад с медом. А где это наша котлетка? И пельмешки где наши? Надо принести. Давай, ты нам неси быстро. Ну что, мелодия. Ну что, хороший, да. Клим участвует? Нет, Клим не участвует. Я первый, вот это буду кушать. А, сладкое хочешь первое кушать? Деловой. Тут карточки надо тянуть. Давай, кто первый тянет? Я. Сулифа. Сулифа, давай. Сулифа. Я утонул. Ты тяни. Или наоборот. Ты тянешь. Наоборот, больше карточек, больше шансов. Ну ладно, давай, я буду тянуть. Да, давай. Так, значит, абракадабра. Крабли, брупс. Пирожные! У-ху! С самого начала мне самое сладкое добавлено. Ну, да. Можно одну, да. Можно. Пусть... Подержи. Дай попробовать спусенку. Спусенку. Сгущенка у нас попалась. Мы очень сладкий комплект собрали, да? Мы это сможем съесть. С тобой? Клим говорит бусенка. Сбусенка. Не сбусенка, а бусенка. Вот так. Я должен это съесть. Я такой не вяжу. Нет, я! Ты? Давай, сладкоежка, чуть-чуть совсем. А я... Слушай, а пирожное тут не вкусное прям? Да, давай вот так попробуем. Нет, сына, слишком много сладкого нельзя. Прям очень вкусно получается со сгущеночкой, ты да? Ты теперь всегда так будешь кушать? Не знаю. А котлету ты будешь есть? На, только сладко? Угу. Давай сделаем. Теперь я. Давай маме на очередь. О, плавленый сыр. Плавленый сыр, да? Та-дам! Давай. И твердый продукт. На что будешь мать? На шоколад. Ой, ты. Мама сейчас будет... Ну, главное, что не шпроты, бля. А ты все не любишь шпроты до сих пор, да? Я убился. Я помню с этого, с пиццы челленджа ты шпроты все. Пиццы челленджа я умиваю. Шпроты не любишь? Они жутко вредные. Они умирают, я умиваю. Я тебе сейчас открою шоколадку. Шоколадка с марципаном. Но это не самый худший вариант. Я представляю, котлета с медом. Это самое жуткое на свете. Она что-то не свежая, что ли? Да нет, нормально. Давай, показывай, что за продукт там у тебя получилось. Да. Шоколад с сыром будешь? Да. Да? Да. Да. Не вкусно? Ты что мне съешь? Что, я все должна съесть? Да. Все съедай. Что, не вкусно, что ли? Шоколад, марципан и сыр. Плавленый. Воняет. Воняет прям? Да. С чем воняет? Котлетка! А, котлеткой пахнет. Пельмени. Значит... Клин, не разворачивай бумажки. Значит, у меня пельмени. И сейчас, ну давайте, нормально, что-то с кетчупом. С кетчупом сейчас. Чтобы так нормально поесть. Со сметаной. О, ну прикольно. А я буду сейчас с рыбкой. Надо колдовать, чтобы маме, да, попались? Надо, надо. Нет. Клим, колдуй, чтобы маме шпроты попались. Прикуску можно. Вот так. Абракадабра. Ой. Да, да, да. Да, я попробую. Вот такая вкусняшка. Будешь пробовать? Сметанку. А пельмень жареный? Угу. Они жареные. Это вкусно? А, тестит. Нет, можно нравится. Мне скушать одну пельмень? Скушай. Попроси папу не дышать. Не дышать. Не дышать? Ам-ням-ням. Вкусно. Ладно, я следующая. На мое платье пельмень. Сына, спасибо. Все, больше не будешь? О, яблоко. Круто. Яблоко? Ну, сейчас, если он тебе попадется с кетчупом, я посмотрю, как это будет круто. Мед. Вкусно. Дай ей еще вкус. Мне везет, да, она. Ну тебе такое? Тоже сейчас повезло. Вкусно. Так. Угу. Вот это вот оближи. Такое хорошее сочетание.
Нет, дай я вытру. Ложечку? Да. Я еще скушаю пельмени. Кушай. Так, ладно, я сама себе намазываю. Нормально намазывай. Ну, мне и так слишком сладко во рту. Вкусно, на. Вкусно? Угу. Ну, слишком сладко. Яблочко ему дай. Моя очередь. Котлета с меда. А, мед уже не попадется. Что там? Шпроты. Только не со сливками, пожалуйста. Только не со сливками. Только не со сливками. Я тебе искренне посочувствую. Если они будут со сливками. Можно попробовать? О, соус для стейка. Фу. Шпроты с соусом. Я, наверное, не смогла бы такое съесть. Почему? Это ужасно. Давай ты потом мамке достанешь, хорошо? Значит, мы пробуем шпротики. А пельмени ничего так? Я говорю, пельмешки ничего, вкусненькие. Рыба! Давай, иди ко мне. Нет, ты папкин, что ли? Пусть сидит. Это рыба! Как не капнуть? Не знаю, как не капнуть. Смотри, рыба! Значит, давай, мы берем... ты доставай, я тебе... Шпроты. Вот такой. Фу, это рыба, рыба! Да что ж ты кричишь, давай. Упс. Давай нормально намазывай. Дай-ка я сам, а. Давай-ка я сам. Ну, ту мамку поет. Вот такая вкуснятина у нас. Хлебом можно? Ты будешь? Нет. Вкусно? Вкусно. А мне? Что, правда? Мне нравится. А я пробую тебе пельмени. Давай, вытягивай. Ахалей, махаляй, сим, самобим, вытащи мне хорошую карточку. Хорошая. Раскрывай, что там у нас? Котлета. Давай еще вот соус вытащи маме и все. Давай, вытаскивай. Вот эту бумажку. Подожди, вот. У меня соус на и здесь у нас сливки. Сливки. Тебе я кусаю сливки. Я. А можно я отдельно котлету? Можно. Я буду кусать. Не, на саму котлету не надо, да? Я же всю котлету есть не буду. Ну, я тебе сам сделаю. Вот сливочки. И вот котлета. Сливки, котлета. Прикольно. Клим, помоги маме. Давай Климу в рот. Нет. На, вот сливочки. Ями! Давай! Нужно ведро приготовить. Тебя, думаешь, стошнит сразу? Дай мне салфетку. Мне уже вот так вот хочется. Бэ-бэ. Раз, два, три! Давай! Ну, сливки, вкусно! Кстати, сливки быстро. Перебивают, да? Не, испарились быстро. О, мне понравилось кусать зубы. Там будут чипсы. И последним я буду... С кетчупом. Заканчиваем видео, а потом я буду манюлить зубы. Забегу им. Единственное, знаешь, в чем проблема? Ты сиди ровненько, не упади. Пойдем к маме. Да. Вот так, на маме сиди, а ножки на пад. Сильно. На одну кусочку. Чипсы острые. И это острый кетчуп. Это острое... Чипса? Кетчуп? Или как? Чипса, кетчуп? Нет, у меня есть чипса. А, да. У меня есть кетчуп. Чипса, кетчуп. А кетчуп-то не льется? Сейчас как бахнется. Вот это чипса? Да, успокойся. Вот это кетчуп. Как бахнется? Мне теперь хочется рифмовать. Как бахнет, его забьется. Да, давай. Пошло, нет? Мне кажется, поддеть надо. Надо проткнуть. Корочка. Кетчуп льется. Сейчас на меня капнет. Хватит? Я хочу, чтобы было видно кетчуп.
Значит, острые чипсы, острый кетчуп. Да? Да. Фу, да? Да. Да, они у него острые чипсы. Острые. Чего? Остро. Кому повезло больше, мне или маме? Тебе. Мне, точно, мне больше повезло. Папе всегда больше везет. Сам. А мне, вот, мне вкусная вкусняшка. Да. Климу повезло больше, да? Ой, нет, мне розовую вкусняшку. А ты уже поел фиолетовую. Вкусно. Ну, чуть-чуть попробуй. А, конфетка. Да, а со сгущенкой вообще, я говорю, вкусные пирожные. Вкусняшка. Ну, я хочу сказать, в целом нам нормально совпало, да? Угу. То есть как на подбор. Сочетается. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Предлагайте нам новые. Всем пока-пока!